Приветствую всех! Сегодня у нас нож, очередная новинка, это НСК-8 от ПП Кизляр. По сути, это некая реинкарнация всеми известного ножа НСК-4, который в сложном состоянии особенно очень похож, но клинок стал немножко поинтереснее. Корпус ABS пластик, неплохая 3D обработка, соединены стороны таким вот лицом. Имеется просторное темлячное отверстие, на ощупь довольно-таки цепки, ну и ABS пластик, я думаю, всеми известный, ударопрочный, ну и в целом практичный. По сборке все строго по центру, здесь вопросов нету. В осевом видим шайбы из фторопласта и сквозное отверстие на клинке. Замок остался тот же Slip Joint. Прост, легок, ну и относительно надежен. Вот такой вот формы клинок. Наверное, его лучше называть клиппоинтом, поскольку есть некий угол по обуху, да? Вот он. Ну и обработка Stone Wash. Спуски, вогнутая линза, Hollow Grind. И гравировка NSK-8. Кизляр сделано в России. Сквозное отверстие. Дизайн немножко стал поинтересней. Есть в рукояти подпальцевые выемки. Удобен хвату. Нож средних размеров. Ну а по параметрам длина, ширина, по обуху мы уже ссылочку дадим. На этом останавливаться не будем. Всех благодарю. Новинка от ПП Кизляр. Скоро увидимся.